во главу угла я ставлю русский вопрос, потому что половина населения страны – это русские. Россия будет показана всему миру как агрессор. Нет. Украина посмеет использовать вооруженные силы, то Украины не будет. Вот таким будет мир через 30 лет. Вы это не хотите сегодня понять, я подожду. И вы подождете. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный.